1 июля объявлено выходным. Вопрос, на который должны ответить в этот день россияне: вы одобряете изменения в Конституцию? Вариантов ответа два – да и нет. Формат бюллетеня и порядок голосования утвердили еще в марте, а вот корректировки по правилам безопасности вносятся постоянно. Для того, чтобы минимизировать риск заражения во время голосования, контакты между членами комиссии и избирателями будут сокращены до минимума. Вместо личных приглашений организована почтовая рассылка. Все участки для голосования будут обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами. Как сказал председатель Центральной избирательной комиссии республики, Роспотребнадзор Чувашии зарезервировал некоторое количество тестов на всякий случай. По состоянию на 1 января этого года Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала почти 930 тысяч голосующих. 25 июня этот список будет откорректирован с учетом последних данных.